Ребят, всем привет! Перед нами скороварки. Абсолютно новые, абсолютно советские. Качество непревзойденное. Настолько плотные стеночки, что просто вот берешь вещь и чувствуешь ее в руках. То есть тяжеленная, зеркальная. Вот смотрите, стенка. Внимание! Настолько все очаровательно, настолько все восхитительно, что просто хочется в ней варить, жарить, парить и кухарить. Ребят, в нее входит, собственно, сам чан. 6-литровый, ручки уже встроены. Чего не скажешь об этой, но туда дальше. Значит, вот такие причиндалы раз. Две резиночки запасных два. Вам хватит это около... тысячи лет, поэтому и плюс резинка на самой крышке. Здесь шикарный сапун, крышка также в цвет самой стенки скороварки. Вот так вот все закрыли, запаковали, варите все, что вам угодно. Ребята, ее цена всего лишь 3500 рублей. И, конечно же, вы можете поторговаться и забрать товар дешевле. Переходим к следующей. Значит, только что из печи. Мы достали ее практически с упаковки. Ребят, взглянем, что есть внутри и что входит в ее состав. Ерунда, непонятная для меня, но она здесь есть. Брошюрки, рецепторы, все дела, тут все, что вам нужно будет почитать о ней, вы почитаете. 4,5-литровая. Ребят, одна запасная резинка, две не встроенных ручки. Вам придется долбаться с этим самостоятельно. Вот с боков вы прикручиваете сами. Толстая, советского образца скороварка. Посмотрите, какая ребристая здесь стеночка. Очень интересная, очень красивая и абсолютно новая. Настолько приятно ощущать советский образец того времени вещь. И в руках держишь и понимаешь, что действительно делали раньше вещи максимально качественно. Я не скажу, что красиво, да, но очень качественно. Ребят, к ней идет крышка. Два сапуна по бокам. Вы загрузили все сюда, что вам нужно. Как мне сказали, холодец варится в течение 1 часа. Ускорьтесь и готовьте с удовольствием. Цена этой скороварки вам обойдется всего лишь в 2500 рублей. Конечно же, вы также можете абсолютно бесплатно поторговаться на любую, либо эту, и забрать товар дешевле. Подписывайтесь, чтобы ни хера не пропускать. И обязательно не забудьте посмотреть сегодня «Всякая всячина» в 20:00. Как обычно, успей купить. Поставьте лайк этому видео. Всем пока!